Октоберфест в Киеве все-таки свершился. Плохо ли? Хорошо. Но ежегодный праздник пива поимел место вопреки полнейшему нежеланию пивоваренных компаний и различных политических сил, практически на голом энтузиазме, скорее вопреки, чем благодаря. Спасибо организаторам. Им слово. Идея как бы очень простая. Мы с друзьями любим пиво, любим Октоберфест, и внезапно в середине сентября выяснилось, что Октоберфеста в Киеве не будет как такого большого массового праздника. Мы пытались там связаться и с Любовью и Голодом, и с Эриком, и, ну, чтобы, не знаю, помочь Простите, а вот с крупными пивными, там тот же НБФ в прошлом году вроде бы участвовал. К сожалению, в этом году никто из пивных... Ни фабрик, ни больших торговых марок не проявил никакого желания. Все, что организовано, это организовано за там, наши силы, средства и энтузиазм. Мы организаторы фан-зоны для Евро-12, и у нас эта фан-зона есть. И так получилось, что с одной стороны у нас есть фан-зона, а с другой стороны, ну, мы бы хотели... присутствовать на празднике Октоберфест. Если его никто не делает, ну, тогда его сделали мы. Может быть, не очень хорошо, не очень так успешно, но мы его делали в первый раз, и, ну, честно, и, по крайней скажу, мере, извините, что перебыл, вы его сделали. Да, мы его сделали без... То есть нам помог город. И все. Никто из пивных спонсоров, ну, или там производителей, представителей, кроме, ну, того, что мы у них купили пиво, ничего, никакой помощи нет. Это, ну, для меня самого было удивительным открытием, что у них нет ни столов, ни палаток, ни там чего-то. То есть мы на тех же условиях, как и любой другой, любое другое заведение под открытым небом, взяли у них пиво, договорились с ансамблем, вложили денег там в столики, в сосиски, и, ну, и вот праздник. Никому ничего не надо. Так хочется охарактеризовать пивоваренную отрасль Украины. Стыдно должно быть гигантским пивным корпорациям, готовым бросать миллионные гривневые подачки в бутылки с пивом, но не желающим участвовать в организации самого грандиозного пивного праздника. Спасибо организаторам за попытку собрать киевлян и украинцев за кружкой пива, и будем надеяться, что следующий Октоберфест в Киеве пройдет более многолюдно. Thank you.